Новая схема мошенничества с квартирами появилась в Казахстане. На нее и попалась жительница Усть-Каменогорска. Она разместила объявление о продаже жилья. На него откликнулся потенциальный покупатель. Он согласился купить квадратные метры, но при одном условии. Хозяйка должна была сделать натяжной потолок и поставить железную дверь. При этом мужчина дал телефон знакомых, которые ремонт сделают быстро и качественно. Доверчивая горожанка перечислила мошенникам несколько сотен тысяч тенге. После этого и мастера по ремонту, и покупатель исчезли, а пострадавшие обратилась в полицию. Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина. Деньги заявительнице удалось вернуть только частично. Все остальное он потратил. Сейчас проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. Ведется досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан по статье «Мошенничество».